А вот давай посмотрим на такую задачку, где уже нужно найти точку минимума. Но тоже функции, которые устроены как произведение, есть экспонента. Здесь действуем по классике. Находим y-штрих, чему она у нас равняется. Вот есть функция u, есть функция v. U-штрих это единица. V это e в степени x минус 16. Теперь x плюс 16 у нас остается нетронутый u. А теперь дифференцируем v. И это e в степени x минус 16. И еще нужно на производную x минус 16 умножить. Но производная это x единицу дает, а минус 16 дает нам 0. Значит, вот все мы продифференцировали. Значит, теперь решаем, это наш первый этап закончился. Второй этап, нам надо решить уравнение y' равно 0. Вынесем вот эту штуку за скобки, e в степени x минус 16. 1 плюс x плюс 16. X плюс 17 на e в степени x минус 16 равняется 0. Экспонента 0 никогда не равна. Значит, x плюс 17 равно 0. X равняется минус 17. Это наш ответ. Все. Но нам нужно обратить внимание, что здесь уже не получается так, что здесь так не получается, как в предыдущей задачке, потому что потому что так не получается. А точка минимума минус 17 мы можем записать вполне в наш бланк. Так, вот. Значит, они, конечно, проверяют здесь знак, но можно вполне этого не делать. Но, тем не менее, лайфхак такого здесь нет. Здесь придется дифференцировать.